Ребята, всем привет! Всем привет, народ! И если честно сказать, погода опять нас подводит. Как только у нас было тепло, мы кушали горячий супчик. Как только стало холодно, я просто вчера надумала сделать сегодня свекольник. Ну, холодный. На улице капец опять холодно. Как так? Ладно. Все равно это будет все вкусно. Итак, сегодня мы будем делать свекольник холодный. Потому что есть и горячий, я только сегодня увидела это. Моя бабушка начала делать когда-то вот свекольник холодный, это было очень вкусно, и я вспомнила об этом, и надо теперь самим делать. Для того, чтобы сделать свекольник, нам нужна свекла, естественно, без нее никак, огурцы, салат, листья салата, а то скажут еще салат, оливье или крабовый, лук, перчик, чеснок, петрушка. Короче, ребят, все то, что в принципе было на окрошку. Яйца, редиска, колбаска, сметанка и еще знаете, чем туда надо горчица? И хрон. Но хрона нету, есть васаби. Будем что-то экспериментировать. Для начала налила водички. Она сейчас начнет подзакипать. Сейчас быстренько почищу свеколку, бурячок. Его надо почистить, немножечко сделать его поменьше, ну как бы разрезать, и закинуть вариться вместе с водичкой, чтобы водичка приняла этот цвет. Тарелочка, нет, две тарелочки. Две тарелочки. Стоп! Волосы. Прикольно? Да. Что понял. Значит было это выражение лица? Я не поняла. Круто. Дальше. Дальше. Дальше берем ножичек, вручаем его вам, и вы чистите. У тебя руки красные не будут? Может, перчаточки лучше одеть? Нет. Я делаю без перчаток. Но сначала надо сделать вот так. Самое основное не руки, самое основное, чтобы футболка не была красной. Руки отмоются, причем быстро. А футболка, возможно, не быстро. А теперь любимым ножичком чистим. Ай-яй-яй, почистила. А теперь следующий размер ножика. Оп. Ой, какая-то она внутри некрасивая. Она должна быть вот такой, а она белая, некрасиво. Не буду я у них больше покупать свеколку. Закипела вода. Правильно делаешь, отходишь. Просто маленьких не было, были такие. Были маленькие, было покруче. Они всегда более красные. Смотри, как краснеет. Ну, вижу, ну, видишь, все равно они не полностью, сама свекла не полностью красная. Это все, это оставляем вариться. Дальше моем руки. Следующий этап. Варится яйца, варится это, картошка. Варится. Своя варится. Договориться кто-то. Как там? Пушкин дописался, Гагарин дольтался, да, я договорюсь. Набираем эти самые яиц. Ну, наверное, около десятка на такую большую кастрюлю. А вот картошки, наверное, штучки 3-4 небольшие. Ну, сейчас посмотрим, какие у меня там есть. Ой. Волосы. Так. И это сюда. И это сюда. А это вот так. Что ты там ищешь? Из большого пакета достаю я картоху. Когда мы ее уже пожарим? Картошка гигантик. Картошка. Вот столько. Считать умеете? Так. Теперь помыть и закинуть вот туда вариться. А еще яйца. Почему мне эти яйца мурят? Потому что их десяток надо или меньше? Я не знаю. А мы потом съедим их? Да. Просто так? Да. Да? Да, 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 да. Не жарко? Над плитой держать руку. Так, да, в меньшую мы кидаем картошку. А это сейчас закипит. Я уже стала умнее, я уже... Яйца не сразу холодные, а уже постоявшие на кухне. Ложи их сразу, чё? Сразу так? Да. Оп. Они реально не холодные. Помнишь, какие холодные в прошлый раз были?
Это не холодные, да? Нет. По крайней мере, не такие холодные, как были. Следующее, пока это все варится, режем колбасу. Хватит мне для того, чтобы порезать колбасу. Оп. Я думала, это перчик, но перчика я не нюхала. Колбаса. Оставшаяся еще от окрошки. И вот та штучка, которую выдавливать, ее уже нету. И другой негде купить. Поэтому в этот раз крышим все ручками. За кадром, зайка, вы же мне помогли? Хорошо, хорошо. Кушать тоже так будешь, да? Пахнет. Так, была одна колбаса, теперь две. А ты вторую просто для вкуса разного. Ой, как хорошо ножка зачесалась. Да. В прошлый раз в окрошку как мы делали? Мы же делали одну и вторую. Ты помнишь, какой вкус дала? Конечно. Ну вот и все. А это она такая, какая, не знаю. Я реально, я не знаю, какая это. Мы такую еще не покупали. Ну, что это она так не хочет? А ну, быстро ей говори, чтобы она быстро тут делалась. Вкусненько пахнет. Ну, я в тебя верю. Не, ну ты понимаешь? Да что ж такое-то? Я устала. Колбаса есть. Отставляем. Неправильно положила. Так. Следующее. Огурцы. Дякую, велике. Короче, спасибо. Это тоже штучки два, как на эту? Да, да. А теперь приступаем. Два я. Приступаем к этому самому. Нарезки огурцов. Прикольно выглядит. Слоя небольшие. Только последний, предпоследний меня под это подвел. Так разрежь. Не получится у меня уже так его разрезать. Второй огурец. Все. Почти все. Ладно, все, это да? Время, время, время. Яйца, яйца, яйца. Туда. И картошка. Ну, вроде как бы все. Это было опасно. Сливаем воду. Заодно прочищаем раковину. Сюда холодной воды налили в яйца. Теперь берем картошку и сливаем картошку. Теперь открываем. Ой, смотри, какие беленькие. Пробуем, сварились ли они. Свеколка. Так, вроде есть все. Не сварилось. Теперь мы это дело все выключаем. Свеклу сейчас достаем. И все вот это вот все уносим на балкон остывать. Оп. Горячо. Все есть. И все-все-все на балкон. Берем всю зеленушку, идем мыть. И мыть. Лук. Моем лук. И моем укроп. Укроп. Будешь лес резать, да? Да, наверное, да. Его тут, в принципе, не так уж и много. А ты помнишь, как в окрошку было, ну, да, маловато? Да. Выжать, выдавить. И взять большой ножик. Вопрос в том, как его взять. Сейчас покажу прикол. Приходится делать вот так. Сразу режем лук, потом укроп. Я уже начинаю плакать. По чуть-чуть. А, глазки, глазки, глазки. Можно мне серого уступ? Пожалуйста. Теперь обскубываем укроп. Потому что вот эти вот палки, они не сильно вкусные. И дальше режем. Укроп измельчен. И пересыпаем его сверху лука, для того, чтобы он не вонял. Но это, как мне кажется, он не должен так вонять. Следующий салат. Нам надо отделить его листья и помыть отдельно. По одному.
есть такая способность у салата, если его плохо вымыть, потом хрустить на зубах. Мы же не хотим, чтобы у нас хрустело на зубах. Я же запуталась в своих словах. Чикаем. Хотя можно и руками порвать, но лучше почикать салатик. Так, еще одна тарелочка. Опа. Есть. Что нам еще надо? Редиска надо и... А, чеснок еще надо даже это. Понял, что это даже чеснок надо. Круто. По крайней мере, по всем рецептам, что я смотрела, там есть такое дело. Ай. Наверное, было сильно звонко. Редиска. Хватаем редиску и моем ее. Редиска помыта, почищена. И теперь нарезаем маленькими кубиками. Ну, короче, все как на окрошку. Даже на автомате. Я уже не могу ее крошить. Мелкая, неудобная. Но это была последняя, которая есть у нас в доме. В смысле? В прямом. Нема больше редиски? Нема больше редиски. Крупную мы все поели. А ты говоришь, на улицу не надо. Мелкой. На, да, потому что мусор надо вынести. А до магазина сам будешь идти, туда далеко. А тут рядышком. Она падает, она улетает. Фух, есть. Следующий, наверное, перейдем к яичкам. Раз, два, три, четыре, пять. Слышишь, мне кажется, они много ли всего туда? Ну, как и в этом получилось. Нормально будет. Да? Да. Ладно. Мы тоже тогда испугались, когда делали окрошку. А оказалось вообще мало. Не оказалось мало, оказалось это нормально, да. Я так понимаю, знаешь, как надо делать? Надо, вот, например, это большая кастрюля, надо, чтобы вот столько было гущи и вот столько сверху было жидкости. Да. Тогда будет оно. Так, почистила я 8 яиц. Споласкиваю их, чтобы никакой шкарлупки не осталось. И теперь режем. А куда режем? А режем вот сюда. Ну да. Ты еще не увидел? А я уже успела увидеть. Че там? Прикольно, да? Два этих самых, два желточка. Надо было... У меня, кстати, помнишь, тоже попался один? А да, было, было, в таком, да. С двумя желтками. Блин, я хочу этих самых яиц именно найти, купить, где с двумя желтками есть. И классно жарить их. Да? Да. Особенно как этот самый, когда закрываешь крышкой, белок жарится, а желток остается желтком. Ну, обычно. Круто. Да. Я хромоножка. Что такое? Да стояла ж столько, что сколько чикала, это самое резала. Теперь на пятку, вот наступая на пятку, она вроде болит, а в то же время я ее не чувствую, понял? И ноги были сильно долго ровными. Короче, пошла я разминаться на балкон за этой самой, за буряком и картошкой. Остыла? Да, остыла. Знаешь, что еще? Я вот думаю, как бы свеклу порезать. Порезать кубиками или потереть на терку? Можно и так, и так. Не знаю. На терку, конечно, будет проще. Ладно, сразу картошку делаем. Чистим, режем кубиками. Все по стандарту, пока ничего не меняется. Я думаю, квадратики у меня получаются нарезать картошечку. Правда, они такие ровные, как на той штучке. Ну, вот. Ты же картошку через нее пропускала, да? Я всю через нее пропускала, кроме твердых, кроме вот этих огурцов, редиски. А так, ну, все. Чайка, грустняшка. Картошку нарезала, но все-таки я перебазируюсь на ту сторону, так как тут уже нема куда все ставить. А куда ты ее забрала? Я сюда буду этот. Не надо добавлять? Да. Все-таки резать. Да. Все-таки резать. Ой, так как ага, я слышу, да. Классно. Шпаргалка рулит. Что, не хватает? Не, все нормально. Я просто смотрю, сколько нужно вот этого. Вот. А, смесь? Да, чтобы было все окей. Нужно горчицы 1/2 чайной ложки. Написано 1 чайная ложка. Сахар столовая ложка. Соль чайная ложка. Перец молотый щепотка.
Ну и сметана потом перед подачей. Ладно, все, приступаем. Я погнала за водичкой красненькой. Что, мне пройти надо, да? Ну вода какая-то, она не красная, а более коричневая. Там надо было что-то туда сыпнуть, линуть или уксуса, или еще чего-то там, чтобы она была красная. А я завтыкала. Ладно. Там красный краситель есть? Раз, два. И переливаю это все сюда, потому что я не знаю, сколько жидкости мне понадобится. Чего бы начать пересыпать? Давай все высыпай. Нет, я с колбасы начну. Самое главное, да? Следующий. Мне уже смешно. Как это все будет? А яички? И колбаса. А, и еще и другая колбаса там была, да. Ну, пока все идеально. Дальше. А, ну хорошо, раз ты так думаешь. Картошка и бурячок. И то, картошки, я ж, смотри. Я вижу, что не дадим. Три штучки сюда покрышила, одна осталась, и бурячок я тоже не весь. Опа. Ну. Огурцы? Ну, пока, получается, по количеству то же самое, что у нас было с окрошкой, да? Не, ну подожди, давай, ладно. Ну, вот то и все зеленое останется, ну. Да. Ну, нормально. Отлично. А, капец. Ну, сделаем как в тот раз. У нас будет не одна кастрюля, а две. Так наоборот, это хорошо. Если так разобраться, если взять, дочистить эти два яичка и картошку, у нас будет на две кастрюли. Пять. Или нормально. Не, ну как бы многовато. Что должно было быть чуть-чуть больше половины, а тут гораздо больше. Давай, перемешивай и сделаем две, как делали с окрошкой. Наверное, все-таки да, вот эту маленькую мы тут маленькую можем. Еще сделаем, чтобы сейчас покушать. Много, отсюда не надо убавлять, но здесь очень много. Все мы сделали, а теперь... Вон, пересыпали. Да. Наверное, не сразу заливать, а сразу, наверное, сделать эту, правильно? Давай. Сюда сделаем. Берем васаби вместо хрона, горчицу. Ложку. Горчица пол чайной ложки, а хрона чайная ложка. Так как у нас здесь больше всего, делаем по-другому. Да? Десертная. Потом, мне кажется, придется еще добавлять. Ой, как пахнет хорошо. И вот так. Теперь сюда еще чеснока мы потрем на беленькую терочку. Так, столовую ложечку сахара сюда добавили. Теперь надо сольки еще добавить. Нормально. Где-то соль. С чайную ложку. Но мы сейчас будем по вкусу все делать. И можно сюда или уксуса, или лимонной кислоты. Мы с лимонной кислотой привыкли работать. Правильно? Да, насыпает сколько там. Больше мы добавляли, помнишь? Я потом лучше. Да, я не хочу переборщить сразу. И вот эту вот водичку нашу. Чай. Ага, которая пахнет бурячком. Оставь на уту. Ложка утонула. Ладно, сейчас мы ее это и возьмем большую, правильно? Забыли чеснок. Так, ладно. Сейчас кусочек сюда чесночка. Да, хватит. А остальное сюда. Во. И все перемешивать тщательно-тщательно. Сейчас вторая водичка остыла, там уже то сейчас пойдем добавим. Да. Осталось действительно же соли на вкус подрегулировать. Короче, вот этого, всего вот этого, это вы по вкусу сами делаете, как вам угодно. А еще туда можно и того же перчика. Точно можно? Да. Подобавляли мы сюда, опять-таки, помните, как на окрошку мы делали? Много сюда добавляли, мы говорили, соли и кислоты. Потому что оно было никакое. А сейчас оно вкусненькое, хорошенькое. Обратите внимание, сколько здесь реально свежих овощей. А сколько? Огурец и еще редиска. Нет, это действительно вкусно, прикольно, полезно. Особенно в теплые дни. Ну, нам не повезло с погодой. Ну ладно, ничего страшного. Ребята, еще что забыла? Сметанка.
когда насыпаете уже в тарелочки, обязательно добавляйте сметанку. Это очень вкусно. А на этом, ребята, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо за донат. Всем пока. Пока, народ. Пока-пока.